Так, возвращаемся. Всем еще раз добрый день, особенно тем, кто в записи это смотрит. Мы продолжаем свое неспешное прохождение третьей части Baldur's Gate. Чатику привет. Чатику привет. Будем вспоминать, на чем мы остановились в прошлый раз. А, мы Карги квест выполнили, классный. Воскресили мужа, бедные женщины. Палочку у нее не забрали, она пойдет мыкаться, тыкаться со своим мертвым мужем. Да, да. Это у нас... Вот я бы хотел зайти еще вот эту часть исследовать, гоблинский тайник. И сходить бы еще в сложные сражения провести с товарищами пятого левела. Там, где драконер стоит на... Так, чайный домик, да. Олаф СД, Мика, здрасте, здрасте. Если кто недавно присоединился. Сколько эмоций, прям ух. Погнали. С Каргой тоже было непростое сражение. Пришлось даже сейф использовать разок. Да, использовали ключ. Зашли. Тут я вроде все лутал, когда ее не было. Она же... А, нет, не все лутал. Это зелье скорости, зелье устойчивости к молниям, выдающихся прыжков. Если я это не лутал, то вполне вероятно, что ты еще не лутал. В скобочках все. Встреча со злом, трактат. Выдержка из трактата «Встреча со злом», трактат о коргах. А, как давно, мой милый читатель, мы не садились вместе, внимая рассказу? Хотелось бы мне, чтобы причиной такой разлуки были мои путешествия по горам и долам. Долам. Из которых я могла бы привести тебе новый полезный совет о том, как победить зло. Увы, причина не в этом. Ибо я стала жертвой болотной корги. Не беспокойся за меня, я жива-здорова, однако последние 2 года мне пришлось провести у нее в услужении. Кстати, мы можем попробовать спасти чувака, который там сидит у нее в заточении. Энди, подчеркивание, Лайтхаус. О, привет. Поддержал ваш канал на 500 рублей. Да и вообще. Сообщает. Миша, привет еще раз. Привет, привет. Как в итоге день прошел? Я тут пью зелье, понижающий интеллект, сварил крем-суп овощной, приготовил гречку. Завтра кузен в гости приедет. Коплю ману на картину. А кузен, поддержал ваш канал на 100 рублей. О, привет. И сообщает, но если честно, я просто по синевый Кайл стрим и решил кинуть сотку. А получилось вот так, видимо, ретроградный Сатурн. Да. У нас на работе такая же куета, все в каких-то эмоциях. Но я все равно люблю ГГ и уважаю. Спасибо тебе, сори, что я это самое... Прям это было... Мы шли к этому 4 часа, то есть вот шли к этому, и еле-еле на последних лолах ты прям идеальный тайминг выбрал для того, чтобы влететь просто. Сори, что я так среагировал, но ладно. Так, а как мы отсюда выбираемся? Видимо, отсюда, да? Отсюда наверх. А, не факт, что я попаду на этот мостик. Слушайте, а тут еще на юг можно выбраться. А что по заклинаниям? Я отдохнул, у меня отлично все с заклинаниями. Выбираемся. Что у нас случилось? Там наверняка клипчик даже есть. Ну, играли в Диабло, играли, дошли до него. Все плохо, там 6 хитов в самом начале, бутылок нет. Кое-как добираемся до него, начинаем сражаться. Понимаем, что не вытащим. Начинаем убегать, возвращаемся, ждем, перекидываем шмотки. Шмотки ломаются. Не знаю, кстати, что с поломанными шмотками делать, они вообще убитые. И врывается Ферс с донатом. А там надо и в том числе и слушать там удары, как ты стреляешь, кричишь и так далее. Я пропиваю последнюю бутылку и еле-еле его убиваю. Вот, а потом появляется еще товарищ Бикс и рассказывает, что я слишком эмоционально среагировал. Гнилостный запах, мертвая плоть, ее много. И спить из колодца, ты сейчас с ума сошла? Ух, а тут пьяный ферзь, да-да-да. Ну, вообще, если серьезно, статус, да, у нас в задачах уже есть. Опа, что, кто у нас наверху красненький, кто это такой? Гандрел, 5-го уровня. Не, красный слева. Что за инициатива, да кто там? Кровавый мудрец красношапок. Первый раз такое вижу.
Ага, мудрость, сила, заклинатель, да, боевой? Гномики. Кастовать будет, концентрацию сложно с него сбивать. Но точность у нас хорошая. Давайте даже попробуем меткий стрелок ва-банк сделать и стрельнуть по нему. Вообще класс, 94. При десятке бонус. Там новые есть еще. Но сокол у нас шотает прекрасно. Кровожадность пошла, Bloodlust. Первый раз вижу такое. Харлах. Тоже ну пусть подходит потихонечку. Бах, прыгает. И рвется. Ты не знаешь, куда ты ввязываешься. Куда ты лезешь, пес? Там-парам-пам-пам. Па-ба-ба-пам-пам-пам-пам. Не факт, что я спрячусь здесь. О, успех. Блин. Сейчас он может меня увидеть. А, нет, я не спрятался. Ну, значит, обычный выстрел. 65. Ёшки-матрёшки. Давай не поленимся, сделаем блесс, чтобы по этим, по броскам у нас было преимущество. Чуть попроще соколу будет. 75. Погнали. Критулечка. Ну, меселю прям вторую. Раз, два, три, четыре. Слабо, но это заклинание нам помогло. Вызовем призрачное оружие. Еще троица осталась. Сейчас Карлок должна врываться в бой. По идее. Погнали. Бум. О. Дополнительная атака, которая недавно появилась. На-на. Ждем оставшихся суицидеров. Достаем, достаем. Хайт, уходим, уходим. Стреляем, стреляем. Промах 94%. Икс чем? Надо было колючим... А, я в колючий рогоз попал. Я не туда прицелился. Не переживайте. Все, все нормально. Вряд ли они смогут тут что-то серьезное сделать. Паралич на сокола вроде как попытка, но он справился. К сожалению, я не успеваю. А если прыжок? Да надо ворваться, я думаю. Раз. Обычная атака, наверное, тоже. Давайте, нападайте. Что это такое? Какая-то безжалостная погоня. Так, и оружие. Оружие не успеет, призрачное. Выпустили... А, стоп, нас же не видно, и типа у нас срабатывает, сейчас гарантированный крит будет. Бах. Тин-ди-дим. Бешеный обычный. Изя, правильно, вае. Изя, вае. К ним еще вернемся, пока зайду к этому товарищу. Кто такой? Гандрел. Кинжачик, рюкзак. Рюкзак чужой, пока не будем. А! Приветствую. Прости за запах, который от меня исходит. Для тебя доносится вонь с привкусом металла и сладковатой гнили. Порошок железной лозы отпугивает большинство монстров. Старый охотничий трюк. Не можешь избавиться от запаха и испорти его. Кто ты такой? Сегодня? Я всего лишь скромный проситель, такой же, как ты. Хочу заключить сделку с хозяйкой дома. Ха! У меня плохие новости для тебя. Хотя,
Возможно, я и поторопился. От тебя тоже необычно пахнет. Так пахнет кровь фей. Ты уже повстречался с Каргой? Видимо, мы должны были сначала его... Да, но я не стал ее убивать. Что за дело? Что тебе за дело? Почти никакого. Я надеялся, она поможет мне в моей охоте, но, судя по всему, она сейчас не в том состоянии. Придется мне искать свою добычу более традиционными методами. Но скажу тебе, как охотник охотнику, ты молодчина. Спасибо. На кого ты охотишься? Правда, подобно клинку, мой друг, она может стать твоим оружием. Или оружием, которое приставит себе к горлу кто-то другой. И я не стану подвергать тебе опасности. Эй, что ты темнишь, а? Убеждение, запугивание, ни там не хорош. Хотя у меня убеждение плюс 3 есть. Сколько? 15? 15 из 15. Нет, это мой долг, и я ни с кем его не делю. Но за столь щедрое предложение я должен хотя бы ответить на твой вопрос. Я охочусь на вампирское отродье по имени Астарион. Знакомое имя. Мне нужно доставить его в врата Балдура и непременно живым. Впрочем, когда мой клан с ним закончит, вряд ли он будет все еще жив. Это наш вот этот вот друг, в которого мы осиновый кол тыкнули в самом начале, потому что кубик не тот. Его Астарион же зовут, да ведь? Того, который в трейлере с медведем мутил. Витман 1944 поддержал ваш канал на 150 рублей он, сообщает. Уважаемый так. Михаил, ну, уважаемый. Вам привет от душного Питера. Привет. Семья и коты жмут лапу. Ой. Спасибо за тет капхапач хорош. Это точно. Начал смотреть балду, пинок белки был выше всяких похвал. Я не специально. Я чуть завтрак обратно в тарелку не вернул. Спасибо за позитив. Спасибо за ГГ. Спасибо за спасибо. Я еще раз я объясню, если в игре тебе предлагают кинуть кубик, я кидаю кубик, я человек простой. Я кинул кубик и выкинул, что нужно. Так, забудь про свою охоту, он под моим покровительством. Ясно. Твоя преданность достойна восхищения и жалости одновременно. Увы, простые смертные бессильны перед чарами таких, как он. Я могу показать тебе его истинную суть, если ты скажешь, где он. Хрен тебе, я своих не сдаю. Сказать, как найти лагерь. А там его все равно нет. А погнали. Не одобряет? Разумное решение. Я исполню свой долг, но удовольствие это мне не доставит. Может, тебя это как-то утешит. Блин, неужели он сейчас придет там и... Эй, рюкзак! Ах, пес, рюкзак. Я хотел тиснуть его рюкзак. Ну, в лагере его все равно нет. Я не понимаю, почему наши тиммейты переживают. Типа, Он все равно не найдет там ни черта. Да, Карлох у нас уже одноглазый. Энди, подчеркивание, Лайтхаус. Здравствуйте, да, еще раз. Поддержал ваш канал на 300 рублей так. И сообщает. Вот я успел понять, что Карлох участвовала в кровавой войне. Было такое. Планескапе. Термент намекал, что это что-то фундаментально жуткое и увлекательное. Планескапе. Особенно для демонов. Так. В духе Warhammer 40K. Так. Интересно, как выжила, и если выжила, должна крошить все в округе без шансов. Тут у многих героев, они как бы первого левела, но выясняется, что Гейл, он там смутил с богиней, был некогда мега-крутым волшебником. То есть нужно как-то объяснять классный бэкграунд персонажей, при этом, чтобы он не разуплотнял на старте. То есть тут скорее вопрос баланса. Да, у нас пара червяков, элитистских паразитов у этого. К вашему первому броску атаки превращает бонус умения, и каждый раз, когда вы успешно выполняете бросок атаки по врагу, ваш обычный превращается в крит, поэтому сокол там 40 плюс и дает. Ну и из-за того, что у него пассивочка есть, меткий стрелок ва-банк. Минус точность, но плюс десятка урона. А ой, какое место живописное тоже. Выходим на берег. Выживание провал. Ребята, стоп! Никто не прошел. Карлок, ты знаешь, что нужно делать. Если никто не прошел проверку на выживание, надо идти вперед. Это может быть ловушка, это может быть что-то не подметили ребята, но... Так или иначе... Дерево такое тоже классное. Бульк-бульк. Что за место такое? Немножко припасов. Здесь явно что-то может быть. Туда и зайти можно. Давайте мы сначала по дороге с облаками.
чья-то грудная клетка. Ну, место с подвохом. Что-то в нем... Может быть, это альтернативный вход к корге? Потому что я к ней добрался, спрыгивая с моста. Там нормально не спрыгнуть. Возможно, это как раз подход к ней. А, ловушки — это внимательность всегда. Выживание — это выживание. По колено в болотах. Но сюда нет смысла идти, мы оттуда пришли. Звуки тоже атмосферные в болоте. Парам-парам-пам. Hungry for blood. И мы можем забраться наверх, сюда, туда. Чья-то. Ладно, подождите. Сначала тогда я вот по этому мосточку пройдусь. Будем знать, что здесь есть ответвление, усеянное ловушками. Мы просто открытые раны получили на 6 ходов. Это получение дополнительного урона по следующим атакам. Ничего страшного. Вижу костер. Тут попрыгать можно. Сюда, сюда, сюда. О! А, я помню, мы с БСП здесь были. Тут замес какой-то был. И южная часть. Что вы там опять обнаружили? Гниение? Открытая рана начинает гнить. Помеха при проверках на испытание харизмы. Пропрыгиваем или не пропрыгиваем? Как бы я планировал вообще в гоблинский тайник пойти, но мне кажется, что надо юг... Юг там на юге, а столько... Столько на карте еще места свободного. Ладно, поехали на юг. Обветшалое убежище. Да, видим. Здесь я бы предложил разделиться. А где четвертого потеряли? Алло, соколик. Нет. Карлах уже в бою. Да хватит прыгать. Ты достанешь, не достанешь. Достанешь. Смотрите, сокол начинает. Бах. Минус один. Ну, он псих ненормальный просто. Сейчас пойдет резать всех остальных. Да конец хода. А, или они услышали, что что-то не то. Да, догадываются. А, они же взрываться здесь будут. Он будет призывать и взрываться. Ну, Карлах, ну какого лешего? Ну куда ты полезла? Та-ра-ра-ра. Надо Карлах, наверное, подводить уже. Подведено, проверяй. Ладно, что у нас здесь? У нас хорошо должен фаербол влетать. Должно хорошо влетать ускорение для дополнительного действия. Я на Карлах ускорение делаю. И на этом как бы все. Наши полномочия пока что у Гейла окончены. Там врыв, сплэш, фаербол. Вот вайда какая-то. Но меня пока успокаивает, что тут персонажи там максимум 4 уровня, а мы 5. 5 это дает тебе очень хорошее преимущество. Вот сюда фаербол влетит просто шикарно. Помню, что они взрываться будут. Какие-то из них. Наверное, маленькие взрываются, а не большие. Карлах влетает. Фига! Ну. Ой, по сплэшу пошел урон. Но больше урона они получили. Из-за того, что мы с вами добили человека, у нее еще одно действие есть.
Но, к сожалению, она не может никак его реализовать, кроме как... Ну, я должен был проверить. Не сработало. Так, ну давайте классический Bless, чё бы и нет. Да, не достаю. Да, достаю. Да, как видимости нет. Ребята, ну... Раз, два, три, четыре. Потом отсюда бы свалить, чтобы концентрацию ей не забрали. Сокол перекрыт вообще всеми. Ему вне... А, дополнительное действие у Карлок было из-за этого. Из-за скорости. Я пробую спрятаться. Провал, успех. И Сокол вынужден обычным выстрелом бахать, да? Да, по-мелкому. Надо было только убрать дополнительный урон. Потому что урона стандартного хватило. Так бы мы не 60 стреляли, а какие-нибудь 85. Они продолжают вызывать мелких. Надо фаерболом это все чикать. Готовы фаерболт сюда закинуть? Готовы! 65, правда. Бах! Лежать! Просто лежать! Заклинание третьего уровня. Даже по Карлах попало. Ну, она что, виновата, что ли? Что ребята здесь такие... Недостаточно движения. Такое впечатление, что надо допрыгивать. Она в грязи вся там. Крит промах. Три атаки, как вам? Заход благодаря хасте. Бедная Карлах. Давай на дистанции тогда ее подлечим. Ты можешь же подлечить ее? Даже давай третьим не будем экономить. Пыщ. Сокол опять не с... Да что ж ты начинаешь-то опять? Вот, 90. Крит на 7. Ля, какой мужчина, Сокол. По механике лагеря можно подсказку? Ты зачем? Хорошо ж сидим. Хорошо ж сидим, зачем начинать-то? Двигаем опять. Ну, тоже через прыжки перемещаемся. А то тут грязь. Все равно недостаточно. 30% арбалет. Она как-то даже попала. Можно потестить заклинание. Обвораживает животные, растения. Хотя зачем его трогать, если... Ну, если и так у нас он один остался, бедолага. Даже переброс не помог нам помочь. А, в смысле, попасть. Слабенько. Ну ладно, подходи сейчас раз на раз. Надо было пушку поставить. Лоза, опутывание. Ту-ру-ру-ру. Погнали. Раз, два. И три. И... Зявая, конечно же. Легкий отдых. Нам, конечно, хороший отдых взять бы. Да, давайте. Так. Отдыхаем. Восстанавливаемся. Ну, еды вагон, почему бы и нет. Концентрация нарушена, что? Ускорение, что? Отдыхаем. Шадхарт у нас раздетая спит всегда. Забавно. Глянем, что выпало из этих... Узорчатый мох, кривая ветвь, древесная кора...
крыло на крафт устойчивости к яду. Ну, я ничего пока не крафтил. Мы просто собираем. Очень удобно, что в инвентаре все это дело... Опа. Щит из дерева Вайды. Такой же класс брони. Рукой своей дриада обвела мужчину, бывшего прежде ее возлюбленным из плоти и крови. Тут же плоть его стала корой, а кости древесины, насыщенные старыми соками. Хотя взор его горел любовной лихорадкой, подобный светлячком наверное же. Опутывающий удар дает. Ваша атака призывает колючие лозы, которые могут поймать. Могут. Могут поймать. Я бы к Shadow Heart отправила эту штуку. И все остальное, наверное... У нее же вроде даже щита нормального нет. Да, у нее вообще стандартный щит. Так добавится дополнительная атака. Бонусное действие, урон условный, но... Если цель не сильная... То мы ее с легкостью опутаем. Сам раздел. Слушайте, ну кто скажет, что я не прав? Кто против? Что еще раз? Кога's Letter. Там про письмо какое-то Каги. О, перчатки, молнии хваты. Удары проводимости при попадании атакой без оружия владелец получает заряды молнии. Я так и не нашел заряды, не искал заряды молнии, не знаю, что это такое. При насыщении атаки против металлических конструкций противников имеют преимущество. Ну, во-первых, у меня нет человека, который... Который бьет без рук. Может быть, Карлах можно как-то про... О, дупло! Что в дупле? Ну, кто-нибудь проверьте, что в дупле. Сокол, я знаю, что ты пройдешь. Письмо Каге. Кага, Аладан сообщает о твоих успехах. Это хорошо, что начался терновый обряд. Я вскоре прибуду из закрытого леса во врата Балдура. То есть есть продолжение еще у квеста Каги. Она живая, жена-то живая, муж живой, но зомби. Если тебе еще нужна помощь моего круга, сейчас самое время просить о ней. После закрытия изумрудная роща станет владением круга теней, а ты первым друидом. Неплохо она устроилась. В память о Фалдорн, верховный друид Айлис. И здесь какой-то небольшой островок. Вижу. Разбиваю, в общем, группу. Чувствую ловушки. Хм. Странное место. Для такого сундука могли бы что-то получше. Запрыгиваем, смотрим, что здесь такое. Вазы. Ловкость рук. Колючки собрали. Место странное. Может быть, тоже в преддверии... Ну, вот это к, типа к квесту Каги относится, но... Ну, вот просто ее в живых уже нет. Перегрузка. Перегрузочка! У меня столько всякой... Всякой хрени. Стеклянного сосуда в поисках выхода бегают 100 тысяч... Шо-шо-шо-шо. Бабочки уже в осе. Это зелье у Каги взяли. Встречается сладковатый пьянящий аромат, напоминает о доме. Выпиваем. Мне дали какую-то отличительную особенность. Слабоволие. Помеха при испытании. Я вспоминаю, анклава тощий, безвольный. При испытаниях мудрости до отдыха. Что-то мне кажется, что плохие зелья она поварила. Опа, на-ка.
Ну ладно, этот остров мы более-менее исследовали, сейчас возвращаемся. Фиорс поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ну все теперь уже. У меня есть фобия донатов. Все. Дабы ее преодолеть, доначу 100 рублей. Надеюсь, это излечичимо, и это пройдет. Пека. Излечичимо. Излечичимо. Ну чувствуется, что под шафе ферзь. Хорошо тебе времяпрепровождение. Излечичимо. Должно пройти. Должно пройти, мы все надеемся, что пройдет. Закинул сотку, Майкер накричал, как бы, и все. Окей. Все еще перегруз у Сокола. У него слабоумие, слабоволие и перегруз. Отправляем Карла какие-нибудь шмотки. Ну, надо скинуть просто. Или лутать человеком, который более выносливый, сильный, точнее. Так, красное яблоко. Незадачливые путники. Я помню, мы еще каргу с БСП встречали по дороге. И нас предупреждали люди. Blood. I don't like where this is going. Что она не та, за кого себя выдает. Это не просто какие-то звери, тут работали красношапки от души. Их тоже нет в живых. Ну, красношапки поработали, а еду-то оставили. Парочка заклинаний. Пробирающий до костей холод. Не позволяет цели исцеляться до вашего следующего хода. Получает помеху при бросках атаки. Неплохо. Ну и ведьмовской заряд. Все передаем Гейлу. Возможность того, что у вас шел болото альтернативным путем, поэтому, да, словил баг внешним. Да. Но это косвенные, ну, это следствие свободы в плане передвижения и механик. То есть, чтобы забалансить прыжки, надо столько мест перепроверить. Типа, пройдут там люди, не пройдут. А я прям... Внимание, провал. Ну, давайте ловушки, пошли. И наверх выходим. То есть, мы весь низ исследовали. Сейчас двигаемся к гоблинам. Вот эту вот часть просматриваем. В первую очередь, нам интересен гоблинский тайник. И идем уже к горному перевалу. К битве... Ну, который мы, помните, с БСП пришли туда. А, эти двое мертвые. Да, потрепанное письмо. Дорогие Джоли и Демир. Демир, да, вы, главное, не злитесь, я серьезно. Я оставляю вам эту записку для того, чтобы вы не натворили каких-нибудь глупостей. Я отправляюсь к Карге. Я чувствую, что в долгу перед Конором и обязан исправить. Это, видимо, записка той самой жены, квест, который мы уже выполнили. Ну, или, по крайней мере, на следующий этап она прошла. Вы же знаете, он бы ради меня поступил бы так же. Я ненадолго, так что маме ни слова, договорились. У нее сейчас без того забот довольно. Ё-моё, что ты натворила? Что ты натворила? Багет. Да, минус два ее брата. Это еще такое местечко интересное. А, нет, это я здесь был. Я просто по карте увидел, что вроде сюда можно пройти как-то вот на этот островок, но, видимо, нет. Всю семью погубила. Да, она вообще по диалогу, она вообще недалекая дама. Так жалко, что из-за нее приключилась беда. Но мужа спасла, по крайней мере, он в кондиции сейчас зомбаревской. Гоблинский тайник, подходим. Че, он здесь где-то? Провал. Ха! Никто по вниманию проверку не прошел. Что делать? Сокол, здесь где-то тайник. Копай просто. Просто копай. О, изи, да. Есть. Так, тут у нас перчатки. Прыжок с разбега. Один раз заход, совершив прыжок или исходное действие, владелец может
сделать прыжок. Не расходы, при этом бонусное действие. Карлах отдать. Стрелку отправляем соколу. Ледяную стрелку отправляем соколу. Да и хватит кастовать, соколик. Подожди, ты поищу. Выстрелить сокол. Нет, просто подбирай. Зелье скорости, хилки, бомба из дымного пороха. Карлах, перчатки, ориентировочно Карлах. Ну, у Карлах есть перчатки. Владелец получает преимущество при бросках атаки ближнего боя, если окружают враги не менее двух. А для нее это прям... Да, это перчатки. И там перчатки. Кто прыгает? Соколу можно дать на прыжки. А у нее вообще перчаток нет. Все решено. Все решено. Соколу кидаем перчатки. Надо проверить. То есть он два прыжка просто на халяву будет делать. Ему это важно, там позицию повыше занять. Прыг-прыг. Прыг-скок. У нее еще туманный шаг, он вообще тпшится в любое место в зоне видимости. Так, и вымершая деревня. Мы ее частично исследовали. Я не думаю, что здесь что-то будет мега ценное. Я бы пошел на вот этот вот бой через схожую дорогу, вот эту северную часть. Да? Погнали. Чувствуем себя уже очень уверенным, потому что у нас пятый уровень. Мы сейчас зайдем как раз к этим пятым врагам, которых, повторюсь, БСП, когда мы пришли, были третьим. Мы там полтора часа угробили, но это была моя инициатива. Слушайте, у нас же есть предмет, который я не хотел открывать, потому что боялся, что нам дадут люлей. Предмет, который мы нашли как раз неподалеку, находясь здесь, в пещерке. Помните, там был сундук по квесту, его можно было принести, вернуть. А я его открыл как бы без задней мысли абсолютно. И там была какая-то странная бутылка с начертанным черепком. Пойди ее сейчас найди. В этом. Так, может, она через квест у нас есть. Найти лекарство, пройти в подземелье. О, так, песня ночи, это тоже. И персональный квест. По квестам не так. Кажется, там был череп нарисован на этой бутылке. Она была как вот стандартное большое зелье, просто... уникального вида. Вот она, кажется. Нет, это разум. Просто бардак. Просто бардак. Да, оно не новое, на самом деле. А, вижу. Она красненько-синенькая такая, да? Вот она. Железный флакон. Осмотреть. Флакон тяжелый и холодный на ощупь. Открыть крышку. Флакон вздрагивает в твоих руках, и вдруг из его горлышка вырывается поток магической энергии, и возникает существо. Я догадывался. Пятый уровень Да. Это типа бихолдера, да? Блин, сокол, что ты делаешь? Ладно, хорошо. Погнали. Раз, два, три, четыре. Здоровый. 160 хитов у него. Оружие. Что у него по особенностям? Никаких особенностей. Он крепкий среднячок, просто жирный. Ночное зрение, внеочередное, но нам не пишут, какие заклинания у него есть. Вес 110 килограмм, класс брони 14. А, да, это и есть бихолдер. Я просто... Слушайте, если это бихолдер, то по Baldur's Gate второму он сейчас начнет закидывать в нас самые разнообразные... заклинание. Тварь. Просто беги отсюда. Так, соколик, ты тоже дистанцию. Желательно наверх куда-нибудь запрыгнуть сможешь. При помощи обилочки вот этой вот. Скажем, вот сюда можешь. А он видит тебя там? Не видит. Прекрасно. Прыжок. Хоп. Да, только ты из-за этого не можешь спрятаться. Но можешь выстрелить почему-то. С хорошей точностью. Врубаем ему 98. Нано!
И сейчас крит влетит. Просто 43. Ну, твой ход, глазастик. Испытание, луч ранения. Счастливчик использует. Пройдет испытание, если наберет, выпало 8. Перебрасываем. Да, минус благословление. Даже хватит. Что происходит? Не жри меня. Карлах, твой ход. Погнали. 91 промах. Я правильно понял? Правильно. Что у него по спасброскам? Средние. Что у тебя есть? Это не гуманоид. Фаербол идет лесом. Да хасту, кастуй просто и все. Что-то как маленький. Нарезаю. Еще. И еще. Нет, больше нет. Так, оружие выбегает, но не добежит. Блин, соколик, конечно, вообще не... А, он достает почти. Давай, подходим сюда. Раз ты такой шустрый. Не достает. А здесь у нас не будет уже преимущества по этому. Процентов из инвиза 75. Ну давай еще 30-ку. Сокол тыкает. На, пытался уйти. 15 по спине. Пытаемся счастливчика, но надо что-то не перебрасывать ни хрена. Карлах один хит, все, Карлах лежит. Луч паралича справились. Родная, просто вырывайся в него, может быть, с каким-нибудь. Не-не, ошеломляюще. Что у тебя есть? Доп броню не надо, наверное. Да нет, просто безрассудные атаки нарезаем. У тебя 3 удара. Раз. Два. Критулечка. Бешеный удар еще давай. Оп. Ну, твой... А, еще есть удар. 4 удара. Изявая. Не, ну, у него 5 уровень, у меня 5 уровень. Какие вопросы вообще? Какие вопросы? Карлах, вставай. А, подвела меня. Здорово, лутаем. Пустой? Не понял. Ну, может... Разговор с этим, с мертвым как-то. Да не, ну я думал, что Бихолдера убили, ну хотя бы там, не знаю, что-нибудь внутри него должно ценного быть. Но, видимо, нет. Так, я слышу. А, мы с этими гиенами. Нет, с этими гиенами мы вроде справлялись. Мы их просто выманивали отсюда. Тут тоже квест выполняли. Но я слышу какие-то звуки. Кто там что делает? Открытое письмо, угнетение и... Что? Написано дрожащей от Эрсы. Рукой письмо редактору... А, это жаловались на дискриминацию или что-то в этом роде. Калеченный труп. Да, я там сражался. Вот по этому мосту мы выходили, и гнолов все время ушатывали. Да, вижу деревеньку. И мы с нее, кажется, придем к... А, или там сейчас будет... Подождите, да, сейчас там будет пожарищем. Приют Вокин. Что-то горит, говорят. Заходим. Мертвый дроун-налетчик. Да, вспоминаю. Я вспоминаю, я лутаю. Общаемся.
О, недреманное око, дай мне сил нести эту ношу, дай мне веры, дабы встретить тьму без страха. Так, Балдерец, похоже, в огненном кулаке ему было не место. Только трус плохо отзывается о павших. Лучше бы та стрела влетела тебе в сердце. Что началось-то? Адское пламя, что здесь произошло? Бойня! Друиды и гоблины перебили всех. Не может быть, я их всех перебил. Прошу, оставь меня в покое. Ты вообще не верю тебе. Просто уснула сигарета явно. Гоблинский лагерь зачищен. Лидеры, включая главную дроу, тоже убита. Что ты несешь? Кому-то говорят, нам помощь нужна. Доспех работы дроу, вся магия, впрочем, что-то там. Так, только не лутаем красненькое. Давайте поможем ребятам. Они пытаются залить водой с переменным успехом. Десница Дейн. Ты что не видишь? Таверна горит. Помогай или вали с дороги. Ля ты дерзкая. Заблокированные двери. Там внутри великий герцог Рейвенгард. Не стой как пень, толкай. Так, силы у меня слабые. Уйти. Сейчас мы подойдем к человекам более приспособленным. Да, я слышал про герцога. Сила плюс 3. Тушься, говорит она. Добавляем... Ну, эликсир великана тоже влияет. Мы можем апнуть силу. Ну, я через наставление, опять же, эту десятку изи выкидываю. Смотри, как надо. Бах. Учись, пока я жив. Внутрь, быстро, у нас мало времени. Сейчас бы я разделился и... В прошлый раз тут Карлах... Слышим, оставайся там, где ты есть. Спасти великого герцога. У меня только один человек устойчив к огню. И это Карло. Бегу за... Разбитая дверь. Ты не хочешь пробить вот так вот, не? Чего они стоят? Их четверо. Они могли бы эти доски... Пойдем. Боюсь, настоящей благодарности придется подождать. Кидала. Ладно, если благодарности нет, мы посмотрим, что у тебя тут в принципе есть. Залезем в буфет. Такое впечатление, что реально тут подгорать начинает. Пол. Fresh air. Наконец-то. Чистый воздух. Твоя смелость спасла всех нас. Я у тебя в долгу. Советница, вы в порядке? Каким-то жалким огнем меня не сломить, Ева. А теперь слушай внимательно, кулак. Долг зовет. Дроу захватили великого герцога Улдера Рейвенгарда и увезли на запад, если верить моим осведомителям. Десница, доложиться Манипу и послать за подкреплениями. Мы должны найти... Слушаюсь. Да, слушаюсь. Остальные, сочтите потери, займитесь павшими, подлутайте, донесите до города весть об их подвиге. А тебя? Боюсь, мне придется просить о помощи снова. Прошу тебя, вырви Рейвенгарда из когтей его похитителей дроу. Совет щедро наградит тебя за его спасение. Можем ли мы рассчитывать на твою отвагу? Это попытка манипулировать. Я отважный, я знаю об этом. Но не факт, что ты можешь рассчитывать на меня. Поклонники Абсолюта копались в лунных башнях. Должно быть, герцога отвезли туда. Оказывается, я знаю. Лунные башни? На старой дороге? Это место проклято. Мало кто там выживет. Если за ним не стоит... Это не случайно, налет им нужен великий герцог. Кто таков этот герцог? У меня тоже этот вопрос интересует. Он та незримая сила, что не дает городу развалиться в наши бурные времена. Без него врата Балдора могут оказаться на грани краха. Боюсь, именно на это и рассчитывали похитители.
Я отправлюсь на запад и найду герцога, ладно? Спасибо тебе. А если твоя смелость будет поколеблена, вспомни о щедрости герцога. О, знает, чем подкупить. Смотри в оба, когда будешь подходить к башням. Сама земля там поглощена тенями. Я вызову подкрепление и присоединюсь к тебе, как только смогу. Удобная позиция. Не шмогла. Кулак за работу. Так, мы узнали, что дроу похитили великого герцога, увели куда-то. Нам предлагают оружие. Ну что это такое, блин? Что это за никчемный лучок плюс один? Накапливает два заряда молнии. Ваше тело наполнено силой молнии, получаете один броском атаки, наносите дополнительный урон молнии. Если вы накопили достаточно зарядов 5 штук, то в следующий раз, нанося урон, нанесете дополнительно 1,8 молний, израсходовав заряды. Ну, для сокола слишком низкий урон. Единичка к атаке приятно, но он... Ладно, все равно возьму лучок. Да у него... Лук, насколько я помню... Во-первых, длинный, тоже плюс один. Но 6-13, понимаете? 6-13. И меня послали вот сюда, вот пройти через горный перевал. Но насколько я помню, это два альтернативных пути. То есть, либо мы через лагерь гоблинов подземелья проходим далее к башням, либо мы идем через горный перевал. В горном перевале... Там какое-то проклятие, которое неизменно тебя настигнет. Бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Я как минимум до моста дойду. С дроу посражаемся. Там будет видно. Wanna dance. Сейчас быстренько Карлок про... Вон, видите, там еще один товарищ застрял, оказывается. И никому... Дела до него нет. А мы его спасем, между прочим, да, чатик? Он там за этими, за досками. Карлок идеально залетает в такие штуки. Потому что проверки на силу. Мы проходим играючи. Что-то взрывается уже. Благодарю. Thank you. Ой, так это ж я. А как теперь нам выбраться отсюда? А Карлок не торопится. Там все вокруг за спиной полыхает. Прекрасно выглядит ее доспех на фоне этого огня. Дверь вон там. Сюда за мной. Ладно, попробую. Ага. А у нас сзади закрыто все. Потому что дверь вон там, он бы пошел не туда и все. Выходи, Алеша. А, он упал уже. Вставай, пес. Встает. Они всех перебили до последнего. Мири. О, Мири, нет. Сейчас он бросится в огонь, да, еще? Мири. Нет. Боги, нет, нет, нет. Почему ты не осталась, а должна была остаться со мной? Почему вы расстались? Я был в нашей комнате. Мы поссорились. Если бы я только заткнулся и не нес чушь про это проклятое приданное, она бы выжила. Нет, это точно не я. Что там за история про приданное? Это ее сестре на свадьбу. Я глупо пошутил, мой, давай себе оставим. Мы ругались из-за него не один час. Потом она забрала приданное и ушла. Сказала, что я больше ее не увижу. Правду сказала. Ты не виноват? Разве ты мог знать, что будет? Прости, Мири, прости. Прошу тебя, уходи, мне нужно побыть с ней. Я не знаю, подлутал я приданное или нет. 14 золотых для приданного — это, конечно, смех, да и только. Но...
Надо проверить бы еще одно крыло. Мертвый гоблин-налетчик. Я так не сильно, просто пробегаюсь по это самое, подлутываю. Вот эта штука меня смущает. Разбитая винная бочка, ее можно, наверное, прокоцать. Как бы не рвануло оно. Можно запрыгнуть, там право было, наверное. В разбитой винной бочке не было вина. Лежит наемник с письмом. Слышь, придурок, ты забыл на моем кухонном столе свой носовой платок? Я его пока еще не выбросила в мусор. Мне очень часто хочется столкнуть тебя в яму со змеями, но ты иногда несешь такую забавную чушь, что долго об этом со смехом вспоминаю. Не переживай, поговорим, когда вернешься. Да, еще одна... Так, а ящики, а что еще? Вот эта дверка меня интригует. Она закрыта. Давайте, группа и... А, и туда не попасть. Это как посмотреть. Это как еще посмотреть. Сюда можно было добраться по-другому. 18 сложность. Жалко, что да, за это. Да, это альтернативный выход, то есть я здесь был. Непонятно, зачем. Зачем такую сложную дверь здесь поставили? Типа, чтобы я сюда зашел, не умея прыгать наверх, что ли? Портрет прекрасного принца тискаем. Портреты как Divinity, может быть, можно загнать. Поломанный буфет. Сейчас спрыгиваем. Ну, я думаю, потихоньку надо к вот сюда вот, к горному перевалу выдвигаться. Кого-то спасли, что-то выполнили. Собираемся. Пусть они там сами уже разбираются. Найден рунный круг. Это вейпоинт. Привет, Воткин. Тут, скорее всего, еще там пара квестов типа есть. Ну, по крайней мере, видите, можно из приюта вот сюда выйти, на север. Каким-то образом. Либо через крышу, либо просто пробежать. Давайте-ка я вернусь туда, посмотрю. Да, вот мы можем запрыгнуть сюда на крышу и перескочить. Такс. Ну и со второго этажа я тоже самое могу сделать. Минус 3 очка здоровья. Я мог просто пробежаться здесь через центр. Ключик от номера. Полированный ключ с инициалами ВР. Бочки воды. Какая-то ветхая дверь. И кто-то там стоит. Напуганный вол. Блин, я не могу с животными общаться. Бык напрягается, нацеливает рога в твою сторону. Слышь, не быкуй! Дрессировка по 5 защищаться. Дрессировка. Какая дрессировка? У меня слабоволие по мудрости. Ладно, дрессируем. Можно еще разок попробовать? Есть. Справились. Его шкура подергивается, каждый мускул напряжен перед рывком. Он в ужасе. Убеждение, запугивание. Убеждение с бонусом. Десятку еле-еле выкинули. Бык успокаивается, его хвост описывает довольную дугу.
Так, с быком справились. О, и вот она арена. Здесь будет сражение эпическое у нас. Можно вот сюда пройти. Явно домик, явно за... Что? Внимание, провал. Ой. Огневуха. Огневуха, да тут... Нет! Куда ты, кат-сцена? Нет. Не надо, чувак, тут бочки. Тебя встречает человек с заклинанием, вот-вот готовым сорваться с пальцев. Убеждение. Пятнашка. Ой, все. 14. 12 и последнее вдохновение. А у меня еще людей рядом нет. Сейчас все рванет. Сокол, не надо. Нет. Ой, сокол, нет. Гори, скотина. Ах ты, мразь. Еще. Да, он сам погиб. Да он истеричка какой-то. Хорошо, сокол был не в эпицентре взрыва. Его там только чудом не задело. О, тут еще люк, ведущий в подвал. Тогда мне необходимо, наверное, наших товарищей подтянуть. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Давай хоть убьемся, но спрыгнем. 8 очков здоровья надо было спуститься пониже. 5 очков. Живи, Карлах. Я понимаю, что у тебя тут... А ты не можешь пройти как белый человек, извините за нотку расизма, легкую, через парадку вот отсюда вот? Зачем обязательно ноги ломать? Давайте, вы справитесь. Pathfinding прокачали. Да, силы слабые у нее. Сейчас. Одно дело там быка успокаивать, там, или с чуваком как-то попытаться разобраться. А другое дело спускаться вообще в какой-то подвал непонятный. Тут нужна бригада. Сокол и подвал, что может пойти не так? Ой, не говори. Припасы наверняка тут тоже есть. Так не хочется еще инвентарь забивать всякой лабудой. Главное, что есть люк. Смотрим, заходим. Ё-моё. Тут какой-то небольшой схрончик. Расследование провала. У меня, кстати, по расследованию... Надеюсь, кто-то пройдет проверку. Кажется, у сокола. Хрен. Раз, два. Куда он подевался? Проверки не пройдены. Ящики, ящики. Такое впечатление, что здесь чувак в инвизе где-то сидит, прячется. Или мы могли бы понять, кто здесь был и куда ушел. Мне остается только, блин... О, вижу. Шкафчик есть. Возможно, это дверка потайная. Двенашка. Суммарный бонус 8 на 11. Как это возможно? Суммарный бонус 8 на 11, выкинули 1. Да, это дверь секретная. И по тайные ступеньки заходим. Вау!
waypoint. Просто, прикиньте, вы заходите в какой-то там, ладно, неважно, там квесты, тушите, бла-бла-бла, думаете идти дальше, а то потом вроде проход есть, отсюда можно спрыгнуть, отсюда можно зайти, дверь заблоченная, чувак какой-то ненормальный, который срывается и взрывает все вокруг, ты мог забить на любом из этапов, потом оказывается люк, под люком оказывается убежище, в убежище оказывается шкаф, шкаф оказывается открывает новую локу, и мы уже в новой локе. Там впереди люди какие-то. Так, аккуратненько. Дальше ни шагу. Что ты делаешь? Отвечай честно, и мы убьем тебя по-быстрому без мучений. Охренела, что ли? Дорогая, ты видишь, кто перед тобой? Какая шляпа, какая броня? Так, скрытность, ускользнуть обратно в тень. Там проверок 4, 1, 1 до 4, 3, 3. А, это часовой их был. Скрытность. Оп, смотри. Смотри, как я умею. Бонус 12, 15. 32, лови. Парни, у нас незваный гость. Готовьте ловушки. Понял. Странно, я ускользнул в тень. Так, соколик. Значит, они думают, что они молодцы. Ловушки, да, говорите? Так, группу расформировываем, ребят. Все назад. Незатемненная область. Блин. Черт, а высокого с вниманием беда. А кто у нас реально самый внимательный? Карлах плюс 4. Тут тройка. Сопла двойка. Тройка. Ну, Карлах, да. Ловушечка. The place is trapped. Пытаемся обезвредить. 10. Да вы издеваетесь. Но я же могу инструменты нон-стоп юзать, да? Или он взорвется? Не, нормально. Так. You're making me sweat. Shadow lag. Так. Так, еще одна. Они основательно тут подготовились. Целый лагерь. 23, хорошо. Тут портреты какие-то, улыбающиеся девушки. Масло разлитое. Еще масло разлитое. И там дальше. Короче, здесь все рванет, если что. Здесь все рванет. Ладно, давай аккуратненько тогда смотрим. Внимание, провал. Внимание, провал. Сокол, может, ты кинешь там как-нибудь, а? Нет? Я понимаю, что мало. Понятненько. Карлок, есть, короче, тема. Надо наступить на эту. Ага. Бесконтактная взрывчатка. Они упали сверху. Так. Let's not get caught off guard. Понятненько. Так, а мы можем вообще их как-то пострелять, не? Ну, просто идите. Давай не по ходам. Карлах, ну чё ты там стоишь-то? Ё-моё! Пострелять вроде можем.
Вообще изявая. Может, надо было подальше отойти? Да не, ерунда-то какая-то. Бам. Группируемся, идем сюда. Такое впечатление, что там плита все еще. А, и дверь закрылась. Это западня, ребята, it's a trap. Мы ее открывали, она закрылась снова. Или она была открыта? Вот было бы у меня наставление рядышком, а наставление это, чтобы рядышком на меня скастовал... Так, броски инструмент. Проходим, проходим, проходим. Кстати, если с Shadow Heart бонус наставление на карте, на все проверки действует, а следим... Да, да, надо кастовать на 10 ходов. Кстати, да. Ловушка все еще активна. А, у меня саперные наборы закончились. А, я по ловкости рук просто. Хотя нет, саперный набор есть вроде. Открываем дальше. Вскрываем. Вот как без вора в тюрьме? Ну, блин, в тьме, извините. Все прячутся, группу разбиваем, сокол идет аккуратненько вперед. Я бы поснимал чуваков. Внимание, провал. Карлах. Внимание, успех. Рычаг. Вот, и вот хрен знает, что этот рычаг делает. Сколько у него? Бонусный урон у нас есть. Я бы снимал их. Я бы их снимал. Готов? Давай, с критом сразу же. Ну кому ты... Рассредоточьтесь. Да, там весь лут сожгли. Столько картин. Поговорим тогда с ним, чё. Стой, я просто пленник, пощади меня, и разбогатеешь, клянусь. Ой-ой-ой. Да, можно лот сделать, но пусть мне наука будет. Ну вот, сокол нанес 27 из 28. Он должен был шотать чувака просто, и все. Кто ты такой? Я художник. Эти негодяи без чести и совести хотели получить за меня выкуп. Она женщина весьма состоятельная и весьма щедрая к тем, кто верно ей служит. Она хорошо заплатит герою, спасшему его любимого живописца. Оскар Фервас к твоим услугам. Угу. Я Сокол. Весьма рад. Я в долгу перед тобой, как и моя покровительница, точнее сказать, моя нареченная. Если, конечно, госпожа Джанет не раздумала выходить за меня после нашей размолвки. Тебе вспоминается недавний скандал во вратах Балдура. Знатная дама возжелала взять в мужья простолюдина. Так это ты, сбежавший жених госпожи Джанет? Я никуда не сбегал. Дату свадьбы так и не назначили. Возникли затруднения. До того, как ко мне пришла слава, до моей покровительницы, у меня была другая возлюбленная. Я думал, что свяжу с ней жизнь. Но когда госпожа Джанет распахнула перед мной двери в светлое будущее, я решил, что ей следует узнать о моем прошлом. Решение казалось благородным, но неразумным. В общем, я был вынужден отправиться в город, порисовать, проветрить голову, сделать выборы, вероятно. Очень-очень дилемма, да. Какой же выбор ты сделал? Никакого, разумеется. Слава и богатство, без сомнений, манят, но... Я вспоминаю свою первую любовь и сомневаюсь. Я, кажется, схожу с ума.
Так, дело. У нас есть пара насущных проблем, к примеру, твое вознаграждение, как только я вернусь в город. Не одолжишь мне пару монет? Это сделало бы мой путь чуть менее тягостным. 200? Ладно. Вот он истинный героизм. Обратись ко мне в городе, я создам портрет, который прославит тебя в веках. Что ж, до встречи в вратах Балдура. Так, свиток зеркальной крыши. Что-то нам все-таки оставили. Какие-то... Только сокол, пожалуйста, не лутай. Пусть набивает карманы. Там Гейл тот же самый. Ну, тут явно можно было поснимать народ, пообезвреживать. Чтобы собрать портретики, какой-то дополнительный лут. Потому что я видел там пару портретов. Так, и тут еще... Опять. Вы не боитесь, друзья, ловушек? Легкий молот, обычный токсин, ящики. Что-то они вообще ничего не увидели. Обстановка накаляется, похоже, доступность... Серьезно, ты... Ты после того, как я тебя спас, ты не даешь мне посмотреть на... Ах ты пёсель, а. 200. Ну, видимо, нам надо идти вслед за этими врагами. Забираемся наверх. Ну, возможно, там тоже будут ловушечки. Не, он никуда не пошел. 200 монет. Дали ящик даже посмотреть. Не позволил он, собака. Далеко они уйти не могли. Наверное. Зеленый виноград, багет. Вот так лутаешь еду, есть захотелось уже. Что происходит? Там крыска была, можно было с ней, наверное, поговорить. Впереди вижу пачку ловушек снова. Вон стоят, товарищи, готовые к бою. Даем соколу еще одну попытку. Как же их много. А я не это самое, не справлюсь, скорее всего. 15 сложность. Нано. Да уж. Неловко вышло там. Главное, что никто ничего не заметил. Надеюсь. А новый лук, да он хреновый. Они там с волками стоят. Зарец, четвертый салазон. С этим вообще можно поговорить. Так, ребят, давайте это самое, просто ловушечки. А, эта штука упадет. Да, как только ловушка сработает, мост, скорее всего, разрушится, я упаду вниз. А там еще мост и бочка с маслом, оно все рванет 100%. Пробуем эту мину все-таки. Не подходите, блин, к саперу не подходите. Твою налево. Кто вас просил? Один там... Минус сокол просто. Он упал вообще в этот... На дно. И это застряло еще. Ой,
Господи. Так, Уилл хочет поговорить, но мне сейчас не до него. Мне нужны сохшие. И сокола возвращать к жизни. Судьба плетет. Давай, мне сокол нужен. Воскресить кое-кого. Золото. Внемли мне, тьма и рок, сию стираю имя из архива своего, восстань. Ну, я сейчас, видимо, спим опять. Rise. Эхо души исчезло, однако душа остается где-то рядом, можно призывать для воскрешения. Ну, на ровном месте, ну реально, там подходят все вместе, сокол кидает с бонусом там 9-11 единичку. Эта опция, кстати, отключается в игре. Типа вот, чтобы периодически тебе не вылетали единицы, невзирая на все твои бонусы. Ну, это для лузов, видимо, сделано. Все, отдыхаем. Ну, сокол в подвале, как и должен был умереть, он умер. Кое-как возвращаемся. Капец там народу. Вообще, я бы с ним бы перестреливался. Все, короче, группу разбиваем. Прячемся, разбиваем группу. Сокол идет, инициирует. Я бы еще фаербол закинул, если я докину. Это, на мой взгляд, отличная инициация. Но кажется, слишком далеко. Даже отсюда я не дотянусь. Нормально. Причем этот квестовый, вдруг он хороший. А вдруг? Как говорится, а поговорить? Волк палит нас. Истор. Погнали. А зачем? Мы так его снимаем. Скрытность провал. Побежал, такой побежал. Че, подниматься сейчас по лестнике будет? Собака. Давай. На-на. О, и пошел экшен. А что вы хотели? Вот так вот. Слушайте, я могу мостик взорвать, когда они будут бежать. Если они там застрянут, они, видимо, будут бежать через него. Посмотрим, как это будет. Так, ну, что там, волки бегут. Спускаться они не могут, мы там все к чертовой бабушке подзорвем. Пока ребята там бегают, я присоединяюсь к бою, Карлах. Угу. Че, соколик? Соколик подходит сюда на границу и выбирает себе цель для атаки. Сюда бы фаербол закинуть. Прячемся. Вот этот меня интересует. Какой там сейчас фаербол влетит вам? Ой, ребята, держите меня, семеро. Хотя не очень хороший влетит. Но не разбежаться успели немножко. Ну, так, видимо, да? Бах! Ну и завы. Когда ты на левел выше врагов, это вообще... Это очень просто. Так, а Карлах может сигануть к ним через прыжок? У нее же прыжок вроде огромный. Она может сигануть вниз и потерпеть.
Можно глянуть зелье. У меня точно было зелье какого-то прыжка. Класс брони, скорость перемещения увеличится вдвое. Остановить скорость мы не успеем. Прыжок, давай. Зелье выдающегося прыжка. Ага. Выпить Карлах. Выдающийся прыжок. Но проблема в том, что выпив зелье, ты потратил бонусные действия, которые тебе, собственно, необходимы для прыжка. Коварство. Отличный выстрел. Может, кого-нибудь закинуть туда? Не получится. Может, я могу кинуть что-нибудь туда? Вот так, типа. Давай. Чтобы взорвать эту штуку и зажечь там все. Ну, так себе. Ну, хотя бы что-то. Спрятаться здесь будет сложновато с соколом, но я попробую отойти из-под рейнджа и достать до вот этих вот подруг. Не, здесь легко вообще все. Здесь очень легко. А когда Карлах к ним запрыгнет и начнется такой карнавал. С волками, со всеми. Это догорело. Давай сделаем скорость на Карлах, потому что она будет прям жёстенько, да... врываться. И может быть... А что мы еще можем сделать? Можем паралич сделать. Что по мудрости у тебя? 14. Да только паралича у тебя нет. Да вроде был же паралич. Есть некоторые новые заклинания, но они в ближнем бою. То есть прикосновение непогоды, концентрация, гасящие огни. Шипастая поросль. Плюс ты на концентрации сидишь, да? Нужно дружбу с животными. Или там есть более серьезные, кажется, по животным. Устойчивость кроны грома, кислоты молнии, огня. Да нет полезных заклинаний. Я не вижу, как я сейчас Карлах могу помочь. Обораживает. Ага, обморожение, конечно. Что из высокоуровневого можем сделать? Поднять класс брони. Можно направленный луч бахнуть, чтобы Карла гарантированно попала на следующий ход по ним, по ней. Можем подлечить ее немножечко. Ну, там чутка, ну почему бы и нет. И вот она туда сейчас должна запрыгивать просто. Раз, два, три удара. Давай, Карлах. Самое время врываться. Бам. Раз. Два. Надо было посмотреть, что по бонусному урону у нее просто точность такая. Надо пассивку было включать. И смотреть, что по пассивке. Да, так лучше. Еще 10 урона. На-на. Прикиньте, да? Вот это врыв, я понимаю. И еще пса уложила. Раз, два, три человека за заход. Паладины офигеют. Ну, то есть, вот эти вот дроу, на которых мы нападем, они офигеют. Когда Карлах в них влетит. Мало не покажется. О, а сейчас можно попробовать сделать выстрел вот такой вот в бочку, чтобы красиво его отправить вниз. Ага, отправлено. Да, как обычно. Подумал, что бочка взорвется, а там бочка с маслом была. Давай зажжем тогда. Вот так. Попасть по мосту гораздо проще, чем... Все, и полетел он. Все готово. Опыт не дали только. Так, Карлах тут справится с этим. Воу. Раз, промах. Два, удар. Как она мочит. А кто остался? А, этот остался. Как-то я его не заметил.
Он стоит ко мне спиной. Но ведь обычную атаку, ну, в смысле, скрытую атаку я провести не могу. Бедолага, Брэм. Причем, раз он торговец, вполне вероятно, мы могли с ним повзаимодействовать в каких-то других обстоятельствах. Что-нибудь простое. Что у нас там простое есть? Лучик, наверное. Вообще изи. Просто вот не заметили. Если бы сокол не свалился еще, это было бы совсем убедительно. Пом-пом-пом-пом-пом. Только давай аккуратно тоже подлутывать с теми, кто не перегружен. Но Карлах молодец. То есть прыжок. Удар один, удар второй. Ключик. Заржавевший ключ, найденный в пещере под приютом Вокен. В нем выгравирован небольшой дракон. Ну, возможно, мы клетку откроем или еще что-то. Еще ключ. Принадлежал мужчине. Отпускает нас зелье выдающихся прыжков. У нас летаргия из-за этого. Утомление какое-то. Крайне утомлено существо. И здесь тоже. На нем выиграны два дракона. What the hell is that? Какой-то потайной ход, кнопка. Помните, еще рычаг какой-то. Кнопки в незнакомых местах. Лучше не нажимать. Стрелки отправляем соколу. И... Что там? Нора. А как я спущусь? Очень просто вот так. Salutations. А, те же ребята, которых я от голова спасал. А, та же банда имеется в виду. О! А тут у торговца. О! То есть реально здесь явно есть ответвление, что мы с ними можем закорешиться. Краски, правда, это обычные предметы. Ну, паровские инструменты, да, безусловно. Безусловно, 400 золотых. Масло миниатюрности. Сделать слабее. Масло точности. На масляном оружии сокола. Масло миниатюрности по-другому немножко. А Карлах уже перегружено. Сколько можно? Сколько можно? Сколько можно? Мне нужен торговец какой-нибудь, дабы... Если бы договорился с чуваком, который тебя бахнул, он бы тебя сюда привел. Ага. Ну да, логично. Логично вполне. Есть несколько клеток железных ворот. И тут у нас нора. Сюда можно было попасть без ключа, видимо. И мы добрались... Так, внимание, провал. Ой, опасно. Давай кастанем наставление на Карла. Чтобы у него было больше вероятности найти... Успех, успех. Две ловушки. Сложность 10. Вскрываем, обезвреживаем первый. Сложность 10, обезвреживаем второй. Дальше пытаемся вскрыть сложность 15, блин. Есть. Отлично. Ну что, здесь у нас зелье невидимости, железа, адское железо для квеста, нужное для Карлах, и золото. Hmm,
кислотная стрела. Свиная вырезка. Ну, остальное, я думаю, что здесь только по идее. Я бы зашел, проверил второе. Вторые ворота. Тоже сундучок под... Есть. Карлах пытается снова... Надо было подкастовать. Хотя тут открытый сундук. Перчатки очень редкие. Аура демонического духа. Существо, призванное владельцем, обладает устойчивостью к любому урону. И лишь единицы психического урона составляет исключение. В начале хода призванное существо должно пройти испытание мудрости, иначе оно обезумит. То есть это для каких-то самонов? Манящие бездну. То есть нам нужно кого-то призвать. И это что-то будет абсолютно неуязвимо. Единственное, как его можно пробить, психическим уроном. Но каждый ход именно призванное существо должно пройти испытание мудрости. Вы офигели, что ли? Да, нужны мудрые самоны. Иначе оно обезумит. Но обезумит это будет атаковать ближайшего, кажется, да? Существо поддалось из безумия, атакует ближайшее существо. Угу. Но не заклинателя. Но это вопрос к Гейлу вообще. Или к... Может быть, кстати, к Рейнджеру. Кто у нас там самонит? Надо найти мудрых существ, которых можно самонить. И тогда с этими перчатками оно будет просто ходить и... И мочить потихонечку. Так, берем портрет улыбающийся, золотое кольцо. Чернильница. Одежда непонятная. Книжные шкафы. Рюкзак. Золотишко. Записки прорицателя давайте почитаем, видимо. Ой, извините. В каждой главе этой книги описывается уникальный случай из практики прославленной прорицательницы Жеральдины Хаверлоу. 23 глава изобилует загнутыми страницами. Страх аристократа, золотое затмение, знамение, точнее, ниже привожу диалог, состоявшийся между мной и юным аристократом. Мадам, я умоляю вас. Все, что я говорю, истинная правда. На самостоятельное изучение, друзья. Я очень плохо с чтением. Я могу уйти отсюда, да? Прыг и сюда. Подождите, а как лучше? Да, мы здесь не были. Нам нужно пропрыгать, скорее всего. Ну, проверю еще одно ответвление. Тут, видите, вот здесь вот. А, можно даже пробежать было, оказывается, местами. Я хочу посражаться с теми пятым. Я изначально... Смотрите, планы мои. Карту бы посмотреть. Не уверен, что глобалку можно там посмотреть. Заросший утес у дороги. Чайный домик, приют Уокин. Скорее сюда. А сегодня... Мы резнулись где-то вот здесь, вот у чайного домика. Проверили весь юг, нашли гоблинский тайник, переместились в схожую дорогу, зашли в приют, прошли в подземелье. Хотя изначально я шел просто вот через горный перевал, типа пройти. Так, готовы ли мы к битве? А, я не в группе. Я не в группе. Нам тогда тоже нужно... Привет, Вокин, телепортироваться. Да, я хочу с теми посражаться, с товарищами. Что у нас по заклинаниям? Не очень хорошо. Идем отдыхать, видимо. Опять не всеми. Я уж подустал сегодня пораньше, чем обычно стало. Тороплюсь. Давайте сделаем, проведем вот это сражение сложное и... На сегодня закончим. Завтра я одним днем должен уехать в
Но вечером приеду, где-то в районе 7-8 часов. Может быть, стримчанский будет. Спим. Такс. Не в эту сторону. Нам куда-то сюда, на мост. Вы знаете место? Мы здесь БСП зарубались. Это было что-то. Схожая дорога. Дракон там. Там тень дракона, видите? Поговорим с Эликой. Что ты делаешь? Остановись, пока тебя не увидели. Магрешем. В чем проблема? Не считая дракона, ну гляди. Эти типы кишмя кишат на мосту. Не знаю, что им надо, но это все точно не к добру. Пойду-ка я поищу обход. И тебе того же советую. Но если ты, конечно, не ищешь приключений... похоже, ты везде сумеешь выжить, почему тебе не присоединиться ко мне? Что, ходить за тобой повсюду? Я иду своей дорогой. Одна. Кто ты такая? Никто. Дура хрустанутая, которая выжить пытается. Нас тут много таких. Окей. Так, нам надо подготовиться. Максимально хорошо. Я помню, как... Бросай оружие! Я скорее скормлю твои кишки муравьям, Истик. Это твой последний шанс! Нет, взгляни наверх. То был твой последний шанс, Истик. Жги. Дракон 10 уровня, между прочим. Я еще с парадного входа зашел. Минус мост. Хватит время терять, Боретта. Ты тут не за тем, чтобы играться с местными. Так точно, Китра. Мы просто хотели... Хватит отговорок. Допросить, убить, двигаться дальше, найти оружие. Королева ждет от нас результатов. Не советую ее разочаровывать. Эти ублюдки перекрыли мост. Пора поставить их на место. Деловая колбаса. Так, ну что... Помните, да, у нас тут... О, это подходит. Лаэзель, это та, которую мы кинули в самом начале. Уже не хочется за это самое, за... Блин, уже не хочется... Закидывать туда что-то. Давайте я спущусь к Орлах. Не ясно, что... Как мне успеть бафнуть ее. Но они пока типа... Ок, нормальные, простые. Давайте, как ни в чем не бывало, подойдем. Добрый день, как дела у вас? Я об этом пожалею. Огненный взгляд Гитьянки вызывает глухую боль в твоем черепе. Ее губы не шевелятся, но слышится... Ясно голос. Ты! Стой смирно и держи рот на замке. Всадник, у меня мало времени. Отведи меня... Тихо. Что-то звучит знакомо как-то. Будь во мне меньше милосердия, я бы живьем содрал с тебя кожу. Однако я не спешу пустить тебе кровь, ибо я прежде всего милосерден. Твое имя, дитя. Как мы здесь оказались? Мы вообще не с ней пришли, алло. Блин, сокол, ты же должен сверху быть. Чё ты здесь ловишь-то? Ё-моё. Молча наблюдать, пусть она говорит. Лейзель. Гордое имя, царственное, можно сказать. Называй меня Джестил Китрак.
Вос, верховный рыцарь, серебро королевы, меч королевы. Это я и есть. Корабль Гайхов рухнул с небес, Лаэзель. Воры на борту перевозили оружие великой ценности. По виду это многогранник, покрытый священными рунами нашего народа. У нас такое есть в инвентаре. Внезапно ты ощущаешь страшную тревогу. Не свою, а этого артефакта, который ты носишь при себе. Кажется, ему страшно. Ты мысленно прислушиваешься к артефакту. Попасть в руки гидских налетчиков он хочет не больше, чем в руки приспешников Абсолют. Сообщи в свои ясли, вы присоединяетесь к поискам. Сейчас про червяка сейчас буду рассказывать. Говори, дитя, огласи свою миссию. Сокол, зачем ты приперся, реально? О, промолчат. Моя миссия, Джестилки Трак, отыскать эти ясли. Меня заразили на борту корабля Хайков, и я нуждаюсь в очищении. Твоя миссия — содействовать мне. Очищение? О, Лайзель, мне жаль, что истина столь горька. Скоро кожа твоя посереет, кровь станет серебристой. Ты сбросишь шкуру и станешь Хайком. Зараженные очищаются только смертью. Но ты была на Наутилоиде. У тебя есть то, что мне нужно мне. Ты отдашь мне это, а потом подставишь шею под мой меч. Отступись, рыцарь. У меня нет того, что ты ищешь. Слово королевы — закон для меня. Баретта, раскалей череп и внимательно смотри труп. Я сообщу королеве Влакит, что в нашей миссии исполнено. В словах хвоста сквозит ложь, он полетит куда угодно, только не к Влакит. Куда нас? Взлетаем! Сокол, блин, зачем ты спустился? Ай. Ладно, он с прыжком там сможет уйти, но у него минус бонусное действие. Ладно, босс с драконом улетел. О, ну, эту сразу убивают. Лаэзель. Как бы что неудивительно, блин. Блин, мне так бы хотелось слишком низко. Да это трындец, там просто Карлах убивают. Так, Карлах нет с нами. Не, мне надо было начинать бой, но а чё я, как я могу начать? Мне надо сейчас ее вытаскивать оттуда. Делать два перевала. Как ее там просто забрали за ход? Ну давай, что там у нас? Фаербол? Фаербол, скорее всего. Блэс? Скорее всего, Блэс. Раз, два, три, четыре, раз. Дальше Гейл закидывает. Гейл, говорю, закидывает, Алешин. Давай. Блин, Блэс заканчивается. Come on, let's go. Halfling essence. Time for some handy work. Так, одного сняли, барьером прикрыли. What am I to do? I'll go this way. Чё у нас, кто у нас? Нана. Куда полезла? Ай, ладно. Достанет и достанет. Ну и к тому же два осталось человека. Нахрена ты спускалась? Поднимайся. Так, а та шестого вообще уровня у нас, да? Они что-то пашиться будут.
Может, еще одно зелье прыжка каким-нибудь образом доскочить до этой подруги. Ватакатка переподписан 75 месяцев. Ватакатка! Спасибо за переподписку, Ватакатка. 8 очков здоровья, жалко. Просто жалко. Да я думаю, может быть, Соколик тут у нас... Соколик видит? Видит. Прячемся. А давай. Отступаем. Так, а ты что? Дай тебе делать нечего. Я думаю, как Карлах тут врываться будет. Не, разница, конечно, колоссальная. Каждый левел, особенно левел во всей тьме, это... Это просто... Ладно, спускаемся к этой подруге. Давай, побежала. Почему? А, потому что она же еще не начала битву. Вот почему она... Ну хорошо, мы крадемся. Потом спускаемся сюда. Может, нам было ей за спину, потому что сейчас, может, она нас увидит. Не увидела. Вообще подошла. Хорошо. Нана. Добрый вечер. Нана. Надо было ярость, наверное, сделать. Ошеломляющий. Бах. Ворвался, как царь просто. Ай, паралич. Вот это больно будет сейчас. Да-да-да, минут через пять. Крит просто. В два удара Карла пошла. Ах ты тварь. Карлах мертва. Ну, паралич так на гуманоидов работает, не мудрых. Такое, к сожалению, имеет место. Двуручи психованный. Так, ну что, Соколик, что у нас тут по рейнджу? Ты отходишь, прячешься, стреляешь раз... А что случилось? Что произошло? Давайте без Карлах спрячемся. Ждем этого упыря. Подходи, Гиш. А, у него же тоже ТП. Сейчас он, кстати, нарежет меня очень хорошо. А, он маг. Паралич. Концентрацию надо снимать. Концентрацию снимать. У него что по мудрости? 15, блин. Что с ним сделаю? Может попробовать миселей? Типа много проверок. Раз, два, три, четыре, не? Успех. Он все проверки прошел. Ах ты тварь. Что мне делать? Так, могу я с паралича как-то убрать? Призывать духов, чтобы защитить? Дубовая кожа? Нет. Сокол просто на паралича отлетит. Квинг переподписан 110 месяцев. Спасибо, Квинг, большое тебе. Можно призрачных стражей. Это массовая штука. Можно 5 направленных, но видите, у нас... Нам надо отступить. Можно бахнуть наставление, чтобы повысить... Шанс пройти проверку у Сокола на... Какие шансы толкнуть его, кстати? Хреновенькие. Пум-п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 ум. В общем, это действие, понимаете? Действие. У Сокола ускорение. Ладно, давайте попробуем наставление Соколу сделать. Правда, к сожалению, это концентрацию снял, и Блэс скинулся у нас. С
какого перепуга? Знал бы прикуп. Надо было оружие вызвать. Блин, сокол нет. Твою налево. Так, стоп. Паралич по нему всего лишь 45. 50 на 50, давай. Не получилось. Что у нас, блин, есть вообще еще? Что мы можем сделать? Мы можем бросить зелье в сокола. Подлечить его, попытаться. А, бросить не можем. Мы можем использовать. Хоть Карлок беги, поднимай. Что-то без нее мы как-то не справляемся. Пытаться сокола лечить. Какие варианты? Проклятие, помеха на проверке испытания, скорость перемещения. О, прерывающая концентрация, она же пурга есть. Погнали. Надо было третье или что не делать, вот я балбес. Концентрация минус, но он... Так, перебросили. Переброс. Попал, хорошо. Но к нам сокол вернулся. Хреново, но вернулся. Че, неужели мы его не заберем? Че, изи заберем. Погнали. На-на. Йос. Спиной к соколику лучше не стоять, конечно. Че, по точности? 80, давай. Раз. Побежал назад. Ну а ты, подруга, что? 20 удар, да? Может, лучик все-таки попадем? Не попадем. Толкнуть бонусным действием, попытаться. У тебя же силы нормальные. Господи, 75. Как ты не попадаешь в 75, подруга Дней Максировых? Прошел игру, говорит Лени, начал второе прохождение за паладин с скрытым классом, клетвопреступник, монахом, бардом, магом. Понял, что игре до баланса довольно далеко для некоторых классов. Ну да, учитывая вариативность, и как бы ты больше времени тратишь на изучение того, что вообще здесь можно сделать. Коснуться призрачных... Давай призрачных стражей проверю. Некротический, лучистый. И типа пошел... Пошел дамаг, да? Рома, хорошо. 5 хитов у него осталось. Перекидываем, он все равно попадает. Все, отлично. Ну, дальше мы просто миссилю его там дотыкиваем. И все. Погнали. На-на. Славная победа. Я сегодня так и хотел, в общем-то, про это самое пройти. Спасибо, что смотрели. Завтра, скорее всего, вечерком будет стрим. Не знаю, какой это. Надо успеть вернуться, приехать и посмотреть, что по времени будет. Ну, вроде я приеду где-то к, не знаю, там, к 7, к 8 часам вечера. Давай Лаэзель попробуем резнуть. Да, конечно, попробуем. И... Карлах реснем, и Лаэзель попробуем реснуть. Написано смерть, но как бы свитки есть. Поэтому все. Благодарю вас за то, что смотрели. Пишите, звоните microsobagoodgame.ru. До скорой встречи. Все. Пока-пока-пока.